изумительное закатное солнышко по мне стреляет. В общем, я тут достаточно радостно нашел несложный выход. Ага. А дальше как двигаться непонятно, потому что вот это все, это перегорожено, сюда не войдешь. Ну не войдешь, не войдешь никак. Может это как-то отключить можно? Нет, я, конечно, я думаю, что с монтировкой против энергетического поля это никак. Господи, зачем я сюда вообще вперся? Здесь какой-то комод. А, вот так сюда. А, да-да-да-да-да-да-да. А, надо вот так перепрыгнуть, перепрыгнуть, перепрыгнуть надо. Надобно перепрыгнуть. А как мне перепрыгнуть-то, ё-моё? Видишь, по мне сразу начинает отчаянно стрелять. Так, немножко вот так. Так, ну все равно... А-а-а! Я должен был... Должен был лучше прыгать вот с этого вагона. Вот смотри, с того вагона. Я сейчас залезаю вот сюда. Сейчас сюда, да? Потом я залезаю вот так. Да? Все, что ли? И вот сюда. Отлично, все. Да пропустите меня уже. Ага. Вот туннели. Теперь я включаю фонарик. И, видимо, я пролез в эти самые туннели. Вот, меня сохранили, я правильно пролез. Энергия фонарик. Через каналы. Вот, а вот это что? Привычный звук. А почему так мало? А, 100%. А костюм что? Костюм у меня уже сдох, получается. Мама родная.